Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И в этом ролике я изложу вам свое видение бизнеса на платформе InfiniAI. И если будут желающие работать вместе со мной на этой платформе, мы будем действовать именно по этой схеме. Итак, давайте рассмотрим, что же собой представляет платформа InfiniAI в общем и целом. То, что известно на сегодняшний день, на 24 января. Итак, условно эту картину можно разделить на две части, которая над нашим аккаунтом в InfiniAI и под аккаунтом в InfiniAI. По верхней части, в принципе, по состоянию на 26 января, понятно процентов на 90, что и как тут работает. В этом плане мы не имеем здесь никаких проблем с вводом, выводом денег и со всем остальным. Есть технические моменты, которые командой устраняются. В нижней части данной схемы то, что нам пока еще не совсем понятно, но о котором уже известно, что и как. То есть создать свои аккаунты или по очереди на этих четырех торговых площадках, привязать их к аккаунтам в InfiniAI и торговать как товарами со спрингборда, так и со склада, который тоже уже окончательно известно, что будет InfiniAI Store, так называемый. Store – это магазин, но для нас это, скорее всего, склад во втором понимании этого слова. И с этого склада торговать на этих своих аккаунтах. Здесь очень много неясного и непонятного нам пока, поэтому мы рассмотрим эти две части по отдельности. Итак, верхняя часть данной схемы выглядит вот таким вот образом. Здесь важно учитывать три основных пункта. Здесь мы будем с командой, если получится команда, продвигаться именно в этом направлении. Итак, на уровне Prime необходимы вложения, что всем было понятно, от 60 до 75 долларов. 10 долларов – это если вы хотите еще приглашать людей. Если нет, то 65 вам хватит. И 15 долларов вот эти на осуществление покупок на спрингборде. На спрингборде. Что, какую возможность нам предоставляет вот такая вот сумма? Возможность заработка. Купив на 15 долларов товара, мы можем оценить их в 150 долларов плюс-минус небольшой. Комиссионные площадок составят около 20% и профит 130 долларов. Опять же, все эти цифры с небольшими колебаниями, за исключением 15 долларов. И наша прибыль составит ориентировочно 65 долларов после оплаты следующего месяца участия на данной платформе. Вот этих 50 долларов плюс 15 на покупки. Вот это железно мы знаем, что можно сделать. Это совершенно точно, совершенно не под вопросом. Следующий, второй пункт. Это те вопросы, которые
надо уточнять, и которые будут известны где-то в начале февраля, в первой неделе февраля, если быть более точным. То есть в кабинетах должна отображаться статистика продаж. Это информация от Кена, от одного из руководителей данной платформы, так что ей можно доверять на все 100%. Вторая информация, что возможно за дополнительные 2 доллара покупать больше товара, не 15 единиц, а на еще большую сумму и большего количества. И после того, как выяснится вот эти два вопроса окончательно, можно будет делать дополнительные покупки. Каким образом это будет выглядеть? Если статистика продаж отображается в кабинетах, вот эти 15 долларов, которые мы закупили, мы будем видеть, что на 10 долларов товар ушел, уже продан. Пока еще деньги не получены, но мы знаем точно, что товар продан. Можно смело дополнительно вот эту возможность использовать, завести еще денег и докупить еще товара. То есть, заплатив еще 2 доллара, приобрести право, ну, там не говорится конкретно, покупать еще 15 продуктов. Будем говорить так. Докупить еще и опять отправить на продажу через Springboard. Вот таким вот образом, делая дополнительные закупки, вполне возможно, что можно довести уровень прибыли до вполне приемлемых цифр, вполне приемлемой суммы. И только исчерпав полностью вот эту всю возможность и убедившись, что бизнес у нас получается у всех, а он должен получиться, нам тут будет не хватать только заработков. Мы должны захотеть еще больше. Если нам вот этот Prime не будет позволять делать этого, то тогда уже подумывать о третьем шаге, на переход на второй уровень или на четвертый, на третий уровень. Тем более, что по уверениям, опять же, от команды Infinii, даже на пакете 50 долларов есть возможность торговать со складов Infinii, с Infinii Store. Что такое торговля на Infinii Store? Здесь вот стрелочками выведено внизу движение финансов, информация и это синхронизация. То есть аккаунты надо пооткрывать на Амазоне, Бонанзе, eBay и Shopify. Можно по очереди на одном из этих торговых площадок, на одной из площадок. Синхронизировать эти аккаунты с аккаунтом в Infinii. И после этого, используя картинки, тут я употребил это слово, чтобы было понятно, что закупать ничего не надо предварительно. Закупать не надо, только картинки. Размещать на продажу через свои аккаунты на этих торговых площадках. И теперь смотрите, каким образом нас интересует в первую очередь движение денег, каким образом это происходит. После того, как, допустим, на площадке Amazon произошла продажа, первое движение денег, перечисление идет на PayPal-овский ваш аккаунт. Ну, правда, там есть задержка в 14 дней, все это технические вопросы, но первый шаг это то, что вам оплатили на PayPal покупку. После того, как информация о покупке пришла на ваш аккаунт, то есть на амазоновский аккаунт, оттуда на аккаунт в Infinii, это будет синхронизировано все. Второе денежное движение. Вы закупаете товар на складе в Infinii Store. То есть вы получили уже деньги, они до вас пока не дошли, но вы совершили продажу.
И только после этого перечисляете деньги в Infini iStore. Infini iStore обрабатывает этот заказ, отсылает продавцу, и после этого, после доставки, после положенных 14 дней, третьим пунктом деньги приходят к вам, становятся вам доступны. Вот таким вот образом, вот по такой схеме, действует вот нижняя часть вот этой вот таблицы. Вот этой вот таблицы. Теперь, пока мы не исчерпали полностью возможность вот всего этого, не надо бежать впереди паровоза и создавать, в частности, аккаунты на Амазоне и eBay и тому подобных площадках. Много и часто говорится о том, что мы теряем время, вот эту стажировку своеобразную, квалификацию на этих площадках трехмесячную. Но есть такая поговорка или пословица, я в них путаюсь: не зная броду, не лезь в воду. То есть мы можем быстренько тут зарегистрироваться и наломать таких дров, что наши аккаунты заблокируют, и никакие наши корявые обращения через переводчик с просьбами разблокировать аккаунт на том же Амазоне, eBay и так далее ни к чему не приведут. У нас будут аккаунты заблокированы, и мы вынуждены будем по новой начинать уже с других IP регистрацию, потому что с одного IP только одна регистрация продавцев и так далее. Тем более по той информации, которая есть сегодня, вот эта ситуация дает возможность вполне приличного заработка, даже без создания аккаунтов на тех торговых площадках, о которых речь пойдет вот с помощью этого слайда. Итак, вот этот наш аккаунт InfiniEye между нами и этими торговыми площадками стоит большой-большой монстр под названием PayPal, у которого свои капризы и свои заскоки, еще не говоря уже об этих торговых площадках. И с ним жители территории бывшего Советского Союза, за исключением россиян, имеют очень большие проблемы. Плюс к тому, у россиян, скажу так, не тоже все очень гладко с амазоновскими и т.д. аккаунтами, но это дело поправимое, так сказать. Да, это головная боль, но с этим тоже, об этом тоже надо позаботиться. Наш аккаунт и Infini iStore между собою не имеют никаких разногласий и никаких трений. Так что здесь у нас все четко и понятно. По PayPal, значит, следующая информация. На выбор мы можем сделать так: или использовать PayPal посредника, или настоящий PayPal аккаунт из США. Второй вариант тоже от, забыл как его зовут, но тоже от одного из руководителей прозвучало, что будет возможность кооперации с другим торговцем из Америки. Ну, и он как в качестве примера сказал, ну, например, там 50 на 50. Мои поиски по интернету тоже показали, что 40% это минимальная ставка посредника из США или Европы. Если вы используете его PayPal аккаунт, то это у них минимальная ставка. То есть 50 на 50 работать с посредником. Что такое посредник? Посредник может быть как
физическое лицо, с которым вы просто договорились на честном слове или на каких-то своих деловых отношениях с ним. Но есть еще и сайты-посредники. Сайты-посредники, вот два из них, которые занимаются всем этим законно. На них я вышел после всевозможных просчетов через Пионер, через адреса подставные, ну, так они, оно и есть на самом деле, которые через всякие сервисы открываются, там банковские счета нам предоставляют и так далее и тому подобное. Ну вот есть такие вот обычные сайты-посредники. Этот сайт работает с 2001 года. Ссылки на него, если кому надо, я могу дать. Но я посмотрел, тут тоже немало вопросов. Очень немало вопросов. Я хочу продавать вам суда. Я хочу покупать вам суда. Торговые площадки, те же, о которых мы знаем, eBay и так далее. То есть со всяких каталогов покупки совершать. Но еще раз повторюсь, здесь немало вопросов. Еще один такой сайт-посредник. Вот, пожалуйста, как раз слайд. Прием платежей за продажи на eBay, Etsy, интернет-магазинах и так далее. То есть специализированные сайты-посредники, которые предоставляют вам все необходимые исходные данные для того, чтобы работать на этих площадках. Тоже 10 лет существует данный сервис. Ну, просто привязывается своя карта сюда, и пополнение вообще для нас, для тех, кто работает. Сейчас, пожалуйста. WebMoney, Bitcoin, Visa, MasterCard, PrivatBank, Альфа-банк, PayPal, там лидер. То есть и пополнение средств. Пополнение и вывод средств. Очень простой. Но простой он по, как сказать, легко говорится, но нелегко все это делается. Возможно, Hitesh задумал что-нибудь такое и для нас, для всех участников Infinii, какой-нибудь подобный сайт, подобный ресурс внутри платформы Infinii, и участники смогут воспользоваться, ну, без головной боли, будем говорить так. И если все это будет, если и когда, точнее, это будет, но когда это будет, тогда уже и можно, на мой взгляд, делать аккаунты на Амазоне, eBay и всех прочих площадках, для того, чтобы в случае необходимости, если мы все-таки мы не знаем всех правил и тонкостей, на их изучение этих торговых площадок уйдет ни день, ни два и ни две недели. И быть забаненным через 2,5 месяца и по новой начинать со всей головной болью. Ну, лучше уже сразу подождать, посмотреть, что тут и как, поизучать все эти вопросы и зарабатывать вот здесь. Вот здесь исчерпать все возможности. Здесь исчерпать все возможности. Не бежать впереди паровоза. Не регистрировать эти аккаунты до поры до времени. Оно нам пока не надо. Точно так же, как в свое время не надо было строить бинары и все прочее. Так что, ребята и девчата, вот это мое видение бизнеса на платформе Infinii. Будут вопросы, которые остались непонятны, с удовольствием и готовностью отвечу. Пишите в комментариях, пишите по каналам, которые находятся вот здесь, в этой части моего канала. Связывайтесь, прорвемся. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.